Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я хотел бы вам показать, как на телефоне Huawei P Smart включить процентное отображение батареи. Для начала мы переходим в настройки. Далее мы листаем чуть ниже и заходим в подпункт «Батарея». Далее листаем ниже и видим здесь вкладку «Процент заряда». Нажимаем на нее. И здесь мы можем выбрать около значка, либо в значке. То есть оно будет либо вот в этом значке батареи, либо же рядом с ним. Ну, мы, например, выберем в значке. Или чтобы вам было виднее, я выберу около значка. И вот, как мы видим, что у нас здесь уже появилось 72%. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!